Сегодня из Канаша вышли в рейс 15 новых автомобилей скорой помощи. Ключи от современных машин водителям вручил глава республики Михаил Игнатьев. В Чувашии постепенно планируют модернизировать весь медицинский автопарк. Как реализуется эта программа, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Эти машины сами медики называют реанимацией на колесах. Внутри салона самая необходимая аппаратура. Прибор искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, носилки. Водители, которые сядут за баранку новых «Газелей», говорят, что их старые машины уже давно необходимо списать. Слишком много времени уходит на устранение серьезных поломок. Вот бывали случаи, машина не доезжает, ломается. На этих машинах мы уверены, что не должны такого допустить. Машины хорошие, как говорится, теплые, комфортабельные. Новые кареты скорой медицинской помощи из Канаша отправятся в 5 муниципалитетов. В республиканском Минздраве считают, что в ближайшие годы необходимо обновить весь автопарк службы 03. И делают это поэтапно. Недавно ключи от современных авто получили медики Чебоксары и Новочебоксарска. На очереди и другие районы. Это Цивильский район, Красноармейский район, город Канаш, Канашский район и Янтиковский район. Вот эти вот 15 машин, которые мы видим, они как раз предназначены для работы 13 бригад, обслуживающих эти районы. И две машины, они у нас остаются резервные машины, которые будут на случай там сходов с линии, заполома каких-то. Вместо УАЗа в больнице поступают полноприводные «Газели», которые тоже способны преодолевать бездорожье. Машины приобретают по принципу аутсорсинга. Автомобили обслуживает и сдает в наем частная организация. Такие партнерские отношения государства и бизнеса должны пойти на пользу российской медицине. Главное, отметил Михаил Игнатьев, чтобы врачи всегда оперативно добирались до больных. Я встречаюсь с населением, ветераны высказываются, когда звонок там... По определенным отдельным каким-то причинам бывают сбои, бывают случаи, когда человек до больницы не доезжает. И я предполагаю и рассчитываю, уважаемые работники медицины, на вас, что вы сделаете все с честью и достоинством для того, чтобы справляться своими прямыми функциональными обязанностями. Поэтому причин никаких у вас не должно быть. В этом году Чувашия приобрела более 50 машин скорой медицинской помощи. Для полной модернизации автопарка необходимо еще 200. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика.